Говорять, що найкращих кухарів треба шукати серед чоловіків. Чи так це насправді, можна перевірити у нас на імпровізованій кухні в рубриці «Сніданки народів світу». Сьогодні до мене завітали азербайджанське товариство, представники якого приготують найсмачніший азербайджанський сніданок. Отже, зустрічайте, зі мною в гостях сьогодні Самір Оруджев, голова організації обласної молоді азербайджанської в Миколаєві, та Бахтіяр Гарджиєв. Він у нас вчитель азербайджанської мови, так? Спасибо. Чим ми сьогодні будемо пригощати наших телеглядачів? Значить, сьогодні у нас стол, скажімо, частично ми представили стол, уже, так скажімо, готовий. Но у нас стол азербайджанський гораздо насищений. И сегодня, вот, как вы видите, тут чай азербайджанский со специальной горной травой, которая растет на вершине гор. Это называется чачоту. Так. А она пахнет, да? Да, она очень вкусно пахнет. Ее можно... Чабрец это. Чабрец. Да, можно просто ее заваривать, можно добавлять... Наш украинский чабрец. Да. Либо можно добавлять в черный чай. Ну, тут, значит, что азербайджанцы утром кушают? В принципе, в основном обязательно лаваш азербайджанский, который Бахтияр Маллим тоже скажет об этом. Лаваши, помидоры с яйцами, значит, утренний завтрак, мед, пахлава национальная, которая... Это для меня. Да, да, да. Вот. Солодка. Обязательно к чаю всегда азербайджанцы могут просто выпить чай с твердым сахаром. Mm-hmm. Это как бы у нас популярная чайхана, и каждый азербайджанец любит очень много пить чая. Также тут брензе, варенье. А вот что это такое центральное блюдо? Вот Бахтияр Маллим скажет, что это такое. Это тоже национальный куймак этот сделано, mm-hmm. да. Это как наш, значит, Самир правильно сказал, это не все, это совсем малый, этот как образец, ну, совершенно верно. Но азербайджанская блюдо, азербайджанская кухня очень разнообразная. Я бы сказал, в мире самые вкусные там это кухня именно азербайджанская. Там азербайджанская очень разнообразная, особенно это женщины делают вообще талантливые. Нет ни одного азербайджанца, который талантливо ничего там не могла готовить. Они все умеют очень хорошо. Этот вот, например, этот пахлава, это как национальный, да, это очень сладости. Но это, кстати, пахлава тоже очень разновидная, виды есть разные. Вот, например, есть пакинская пахлава, есть кянджинская пахлава, нахчеванская пахлава. Это самое вкусное, это сделается вот в праздниках и так далее. Там, и в магазинах тоже продаются, естественно, очень хорошие сладости. Кроме того, я хотел бы вот сказать, что именно в 2009 году в городе Гянджи, когда был праздник Новруз Байрам, самый большой пахлава сделали именно в городе Гянджи. Это длина 12 метров, ширина 4 метра. Боже, там, да, такое пахлава до сих пор не сделан, поэтому это действительно это вошло в книгу рекордов Гиннеса, этот пахлава огромный там. Ну и очень вкусные там, ну вот видите, там сверху с орехом, с фундуком тоже бывает и так далее. Ну потом, этот, в азербайджанском блюде, там я сейчас, если перечислять, это у нас времени не хватит, а у нас очень-очень разнообразные, начиная вот хоть кебаб, люля-кебаб и так далее, там этот, всякие, там это блюд очень много. А что касается вот это тоже хлеб азербайджанский, там этот и разные тоже хлебные изделия тоже, в том числе чурек. А это вот, например, это тонкое тоже, как лаваш, этот азербайджанский лаваш, но это тоже тонкий вид. То это в Кавказе сейчас везде, этот, все кавказские народы делают, там этот, не только кавказцы, и в среднеазиатских странах делают это. Это, а это вообще-то, если к истории я бы рассказать, это истинно это тюркских народов, этот хлеб тюркских народов. А вот, что касается, вот, например, почему лаваш называется, происхождение этого слова, я бы сказал, лаваш это древний тюркском языке, этот, который, кстати, этот известный турецкий писатель Юсуф, по имени Юсуф, вот в своих книге это... Значит, как это называется? Это значит, в своей книге он указывает, что это Китаб Билик,
Китаб Юбилик называется его книга. Книга знаний. Да, книга знаний. В этой книге он указывает, что это именно к древнетюркским народам относится этот лаваш. Лаваш это фактически от древних тюрков, вернее, там этот проживающих сейчас ныне этот западной части Китая, там уйгуры. Уйгурское слово это называется лив аш. Элив плюс аш. Как, это что означает? То есть этот зерновая это тесть и аш. Аш это то есть это еда. То есть как мы как, ну, да, это как плов, добавка к плову и так далее. Поэтому это и происходит, это слова, это именно от тюркских народов. Именно, кстати, тюркские этот, племена, даже в военных походах и так далее, они быстро приготовили этот, вот на большом этот, даже был на щитах, даже на, этот, на железных, там этот, мы саж называем, на саже. Особенно это очень вкусно бывает, когда, значит, под этим сажем, это дерево, значит, сожгут костер деревянный. Они очень вкусные бывают, чем в газе и так далее. Но сейчас, конечно, это везде делают. Есть этот лаваш разнообразные. Это, кстати, вот, например, в азербайджанских некоторых регионах этот лаваш даже юха называют. А вот, например, в наших борчалинских, я сам где родился, в борчалинских регионах, там это борчалинский народ и называется это фатир. Фетир тоже. Тоже тюркские, там это слова, тюркские народы, там это везде, и в самой Турции. И, кстати, там это, и в самой Турции тоже этот, готовят. Я видел даже вот в Стамбуле, прямо в ресторане, женщины сидят, прямо свежие готовят, и туристам и раздают, это очень приятно. Ну, они разнообразные бывают. Но отличаются разные там лаваши. Сейчас, конечно, есть тонкие, толстые лаваши, тоже делают. Так что это очень интересно. Сейчас также это делают в Иране, в Афганистане, там это в многих странах, там это очень интересно. С чем едят лаваш? А? С чем едят лаваш? С чем этот, ну, с любой там это, можно и хоть с сыром, а это внутри даже иногда делают тонко, там это вот даже вот лаваши, кетчуп тоже делают, совершенно верно, начинки добавляют кое-что, этот, наши женщины. Это то и очень вкусно получается. Да, или это вот с брензой, да. Оно закручивается утром, если мы сегодня завтракаем, значит закручивается внутри лаваша брензо. И значит в таком образом со сладким чаем кушать. Это называется дютмяк. Дютмяк. Так. Да, и в то же время это популярно очень во время люля-кабаба. Его заворачивают, люля-кебаб заворачивает лаваш и, значит... И хотел бы добавить, да, вот кебабы в Азербайджане тоже разные. Есть тике-кебаб. Тике это как кусок мяса, это означает тике. А есть люля-кебаб. Почему люля? Это как трубочка. Это, то есть, кебаб-трубочка, то есть, длинноватый. Поэтому, так по названию, наименованию можно определить, это что это тоже очень разнообразное. Сейчас и по региону тоже, конечно, в Азербайджане делают разные там блюда, очень много. Шановні гості, ми для вас приготували маленький сюрприз. І для наших телеглядачів. Отже, ми зможемо з вами переглянути сюжет про азербайджанську кухню. Запашний плов, соковитий шашлик, гострий смак і неповторний аромат печених страв. Все це про азербайджанську національну кухню. Вона, як жодна інша, смакує любителям гострих та м'ясних страв. Азербайджанські традиції кулінарії є одні із найдавніших та найрізноманітніших у світі. Гірський та субтропічний клімат сприяли широкому поширенню національній кухні фруктів, овочів та безлічі приправ та духмяних трав. Широке поширення отримали кориця, гвоздика, петрушка, кріп, гіркий і запашний перець, кмин, кінза, м'ята та шафран. М'ясо – один із найголовніших компонентів національної кухні азербайджанського народу. Тандир – мангал особливого виду для приготування їжі у народів Азії. Саме в такій печі запікають найсмачніші м'ясні страви з баранини. Однією з найвідоміших страв азербайджанської кухні є плов. Існує кілька різновидів плову. Каурма-плов з бараниною, турші-каурма-плов з бараниною і кислими фруктами, чи дошамя-каурма-плов з бараниною, гарбузом і каштанами, сюдлу-плов – молочний і ширін-плов – фруктовий солодкий. Солодкі страви посідають особливе місце в кулінарії цього народу, чого варте хоча б персикове варення та пахлава,
а про смак азербайджанських щербетів взагалі складають легенди. Цей напій являє собою прохолодний згущений сік. Він відіграє роль пиття, котре супроводжує поїдання плову. Національна кухня Азербайджану настільки різноманітна, що одного святкового столу не вистачить, щоб розмістити усі улюблені страви цього народу. А наша рубрика продовжує розкривати секрети кулінарії різних народів. І ви дізнаєтесь ще багато цікавого про особливі рецепти народів світу. Отже, зустрілися ми знову на нашій імпровізованій кухні. Я нагадую, що в мене гості із Азербайджанського товариства. Отже, а ми продовжимо нашу розмову. Що це за страва? Це у нас називається куймак. Значить, це мучне блюдо. Це каша. Це, ну, як, не зовсім каша, оно там мука для початку жариться. Так пахне. Мука жариться, а потім додається определена спеція і получається вот така вот, і масло додається, і вона получається немножко как бы жиже. Оно її кушають з сахаром, посипаючи утром, кушають сахаром. І в основному це блюдо дают женщинам, которые родили. То есть можно утром кушать, и в основном его преподают, когда, значит, женщина рожает. Оно придает силы, и, как это скажем, человек восстанавливается. Вот, поэтому вот это тоже у нас такое, можно как бы и повседневно кушать. Вот это вот. Мы говорили, в сюжете мы говорили про пловы, так? Так. Едят вранці плов? Плов, значит, как обычно у нас, так скажем, здесь, которые, скажем, обеденные блюда, то есть в городских местностях кушают всегда вот легкий завтрак. Это с чаем, таким с пахлавой, там, с яйцами. Сюда. А в горных местностях в основном люди кушают утром сразу, так скажем, вторые блюда. Это в него могут входить, как там, допустим, так скажем, на русском шурпа, долма, плов. Плов является, у нас говорят, плов, азербайджанский плов, это патишах блюд, то есть один из самых, потому что он оно уважаемое блюдо, потому что его даже и на свадьбах преподносят особенно, отдельно, с факелами, и непосредственно первый плов преподносят жениху и невесту в горящем виде. І, звісно, жених за нього должен викуп дати за этот плов. Боже, як мені да. Це приємно. Так. Да. І жених. І оно, значить, делается із тонкого риса, шафраном посипається, многими різними спеціями отдельно і отдельно готується сухофруктами, есть такими также, как шабалит, которого мы здесь, конечно, не наблюдаем. Значит, сухофрукты, как может сушеные, там добавляться изюм, там в него входит лук, масло и разные другие сухофрукты. В общем, после, когда насыпаешь, сначала посыпается, значит, рис, а на него засыпаются эти сухофрукты и в таком виде кушают. Конечно, разновидностей плов очень много, Азербайджан, как говорится, кухнями богата, в принципе, и в Украине можно наблюдать, потому что в основном это рестораны азербайджанской кухни. Вот. А чи є якісь споріднені страви з азербайджанської і української кухні? Чи можна якусь паралель провести? Ну, разве что такие параллельные сказать, если национальные кухни, то у каждого как бы индивидуально. Но в связи с тем, что мы долгое время жили вместе, поэтому наши кухни где-то стали одинаковые. Как бы украинский борщ каждая азербайджанская семья готовит. Это как бы... Да, естественно. Это полезное, так скажем, и очень вкусное блюдо, поэтому оно как... практически как национальное вошло к нам. А то же самое, скажем, на Украине. Тут есть много блюд, там, допустим, начиная от пахлавы, заканчивая люля-кабабом. Это уже как бы практикується, скажем, як у нас на родині, так і здесь. Отже, я пропоную почати споживати наш сніданок. Давайте почнемо із чаю і пригостимо нашого найкращого
бога камери, оператора. Так. Будь ласка, Самір, наливайте чай. Перед тем, как налить чай в стакан, я хочу сказать, что этот стакан особенный, потому что это азербайджанский стакан. Они бывают хрустальные или просто стеклянные, разных видов. Они идут, называются армудовые, то есть грушевидные. Грушевидные, да. Да, почему стакан. Грушевидные? Они считаются, что их форма не дает быстро остывать чаю. Поэтому в любом азербайджанском чайхане вы встретите только такой. В других стаканах чай не подают. И более удобно держать. Да, и удобно держать, и оно как бы технологически, как бы это самое. И я хотел добавить к чаю еще. Значит, Азербайджан, в Азербайджане, самого Азербайджана выращивает чай тоже. Там это особенно в южных регионах Азербайджана, этот черный байховый чай, этот в советское время вообще побольше выращивали. Есть завод, даже фабрика, чаевая фабрика. Дело в том, что азербайджанский черный байховый чай был настолько популярным, в советское время обеспечивал всех союзных республиках, продавался. Даже экспортировал Азербайджан чай в Венгрию, ГДР. Потом, Польшу, даже в Монголию, Южный Ємен, Іран, азербайджанський чай много експортував даже. Вот очень вкусный. Отже, давайте нашого бога камери пригостимо азербайджанським сніданком. Руслан, будь ласка, прошу тебе прийняти чашку азербайджанського чаю з ароматом. Також пахлаву. Пахлава без этого. Щоб тобі було смачно і солодко. Руслан, як тобі? Скажи пару слів. Він показує просто. Отже, дорогі гості, я вам дякую за такий сніданок, за аромати, які ви до нас у студію просто внесли. Я вам дякую за те, що ви прийшли до мене. Дуже смачно все візуально. Руслану, я бачу, дуже подобається. Також, а наша рубрика підходить до кінця.